День за днем меняют наши лица те, кто дал нам роли. День за днем, пока нам только снится наш покой. У нас нет прав покинуть поле боя, где ты сам лишь воин на войне с самим собой. Предатель, из-за тебя мы все умрем! Предатель, предатель, предатель! Мишель, как ты красива! Помоги мне! Я правильно сделала, что не дала тебе шанс! Нет, погоди, что ты делаешь? Ты должен сказать им обо всем, что ты видел. Просто сон. А может и не просто. Отряды уже сформированы, да и маршрут практически составлен. Не знаю я, как выживать с таким количеством кобыл, но мы выдвигаемся. Уже завтра. Вопросы есть? Да, если есть возможность, хотелось бы задать один. Все свободны, а ты, Арвид, останься. Ладно, полагаю, вы тут сами как-нибудь разберетесь. Нам с Мартином до моего ухода еще нужно много чего закончить. Скверненько. Ну так, чего хотел? Имеется ли возможность лично переговорить с Долоресом? Долорес – конь занятой. Делать ему больше нечего, кроме как каждому встречному интервью давать. Есть ли хоть какая-то возможность связаться с ним до нашего ухода? Можешь составить ему письмо. Он прочтет, когда появится время. Благодарю. До свидания. Готова поспорить, что это записка от Арвита. Неужели так трудно меня услышать? Я ему не ясно сказала, что без шансов. Мишель, вспомни, он всегда был рядом, помогал тебе в трудных ситуациях. Неужели он не заслуживает хоть капельки твоего внимания? Я безусловно ценю все, что он для меня делал и продолжает делать. И я ценю его, но лишь как друга, не более. Вот и отблагодари своего друга сегодня вечером. Ты не обязана вести себя с ним так, будто он твоя вторая половинка. Но ему будет безумно приятно, если ты хотя бы просто придешь. Хорошо, Алика, просто приду. Просто пообщаемся, не более. Разумеется. Только постарайся не обманывать себя. Я же знаю, в глубине души он тебе нравится. Нравится, как друг, не более того. Что-то мне подсказывает, что после этого вечера многое поменяется. У меня складывается ощущение, будто бы все знают о том, что Мишель любит Арвита, кроме самой Мишель. Ладно, может, в будущем и наладится все. А у тебя какие планы на Бу... Эй, Эшли! Смотри, Дельгадо! Ой,
Вероника, нам лучше уйти. И причем побыстрее. Эти стрелы, плащ, уходим. Эшли, постой! А? Что это было? Почему у Дельгадо столько оружия? И что это за плащ? Стрелы такие же, какими был ранен тяжеловоз Эвелин! Тише, Алика, прошу! То есть, ты что-то знаешь? Боюсь, пришло время рассказать тебе правду. Но поклянись, что никогда это никому не выдашь. Что? Но если это он убил Эвелин, то я не могу скрывать подобное от Долореса. Мне дорого все, что дорого ему. Прошу тебя, сделай это не ради Дельгадо, ради меня, твоей старшей сестры. Ладно, но я это делаю лишь потому, что меня они уже все равно не обвинят в ее смерти. Тогда слушай. Конь – загадка. Конь, чью мать пленили, договорили гадко, чтоб дети им служили. Конь не дал сестер в обиду, мать спасти он клялся. Не подав друзьям и виду, он стал убийцей обращаться. Мишель знает, что их мать в плену у Близзардов, но и думать не может, что Дельгадо пришлось стать наемным убийцей, дабы их мать не убили. И пока Мишель считает, что он зарабатывал вдалеке от дома, служа нашим, он зарабатывал, убивая наших. Я даже не знаю, как на это реагировать, но ты так и не сказала. Это он убил Эвелин. Зачем? Чем она могла им помешать? Мы можем лишь догадываться. Дельгадо не говорит на подобные темы. Да и сам, скорее всего, не знает, зачем им это. Он лишь выполняет приказы. А тебе не страшно жить с убийцей? Ты права, мне страшно. Страшно потерять его. Никогда бы не подумала, что можно так сильно любить кого-то. Потому что все любят других за что-то. Будь то красивая грива, богатство, чувство юмора, ум, доброта. А я люблю Дельгадо за то, что он есть. И хотя порой поддерживать с ним отношения очень тяжело, так как он скрытный, неразговорчивый, требовательный. Однако я готова делать все, чтобы удовлетворить его потребности. Если бы все любили так, как ты, Эшли, а то в наше время всем кобылам лишь бы найти богатого жеребца, нарожать жеребят, да и использовать его, манипулируя фразами вроде «ты жеребец» или «я», вот и обеспечивай потомство. И вот это вот они еще смеют гордо величать любовью. Я скоро приеду к вам, так как у меня здесь тоже есть миссия. Да и Катрин боится с тебя глаз пускать, а потому попросила меня все проконтролировать. Для самого тебя тоже есть задание. Необходимо в срочном порядке убийц. Арвита! Я знаю, что вы друзья, но я уверен, ты справишься.